Привет, друзья и ученики! Сегодня затрону тему, которую я уже не раз затрагивал, постоянно акцентирую ваше внимание на ней, но все равно приходят вопросы, такое чувство, как будто люди просто игнорируют, либо не хотят слушать об этом. Вопрос в следующем. Почему нет прогресса в натуральных тренировках? И что такое отказ? Как раз таки вопросы приходят следующие, что тренируюсь я тяжело, тренируюсь я упорно, хорошо питаюсь, хорошо сплю, все тренировки в отказ, но прогресса нет. Друзья, особенно когда мы с вами говорим о натуральном тренинге, и особенно если вы новичок, не забывайте, говорю в очередной раз, чтобы был прогресс в силе, нужно тренироваться не в отказ. Отказы убивают силу. Я тренировался в зале, при котором занималась сборная России по пауэрлифтингу под руководством главного тренера и президента федерации. Я видел на протяжении многих лет, как строятся сплиты, как идет процесс тренинга. Никогда никаких отказов. Ребята, отказ убивает вашу силу. Запомните. Следующее, что нужно знать, это то, что масса приходит за силой. И что происходит у большинства людей? Люди тренируются в отказ, сила не идет, масса, соответственно, тоже. И не нужно говорить, что вот я начал тренироваться за первые пару месяцев, увеличился. За первую пару месяцев вы просто укрепили свои мышцы. И на самом деле, не важно, что вы делали, мышцы просто крепли. Если бы вы тренировались грамотно, если бы вы подходили ко всему с умом, прогресс был бы гораздо большим. Ведь первый год тренинга дает самый большой прогресс. А первые 2-3 месяца нужно работать над силой. И, конечно же, над техникой. Над силой нужно работать упорно с первых шагов в брусьях и подтягиваниях. В брусьях и подтягиваниях можно и нужно доходить до отказа в каждом упражнении. Здесь немножечко действуют другие силы. А когда вы работаете с отягощениями, не с весом собственного тела, а со штангами, с гирями, с гантелями, необходим грамотный процесс, грамотный подход к тренингу. Запоминаем, тренируем силу. В приседаниях и в становых тягах 2 месяца, 3 месяца, полгода мы посвящаем отработке техники. Не думаем о весах совершенно. Это залог вашего здоровья и вашего прогресса в дальнейшем. Если, конечно, вы подходите ко всему с головой здраво. Отказ убивает силу, и, соответственно, не растет сила. За силой должна была бы прийти масса. Нет и массы. При грамотном, хорошо построенном тренинге за год полноценных тренировок при хорошем питании и восстановлении вы должны увеличить все свои показатели силовые вдвое. И вес вашего тела, именно за счет мышечной массы, должен значительно увеличиться. Если этого не происходит, значит, вы что-то делаете не так. Значит, пересмотрите свою программу тренинга. Для того, чтобы понимать, как необходимо тренироваться, у меня есть статьи под названием «Ступени». Я дам ссылки под этим видео. И если вы будете грамотно тренироваться шаг за шагом по этим ступеням, то вы четко пройдете первоначальный курс тренинга для новичка и грамотно уже перейдете на уровень середнячок. Когда нужны отказы и какие бывают отказы, мы с вами поговорим в следующий раз. Всем пока!